К большому сожалению, значит, Америка, Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, и которые, они есть в каждом регионе, они есть и у нас, которые там, ну, не решить проблему, значит, найти законное решение, дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать о том, что многие... ложную информацию загоняет сюда, как они находят телефоны, и я вот, ну, мне докладывают каждый час, я знаю, что там врачи борются, что там, ну вот, да, и один раз, второй раз, потом третий раз вбрасывают, народ взрывается, понятно, народ, можно понять, вы его знаете, он здесь, да, и она директор школы, и, значит, ну, слушайте, зачем? Поэтому давайте договоримся так, вот у вас есть, значит, группа, надо увеличить, давайте, я сюда буду приезжать. Значит, у нас есть официальная информация, ее искажать никто никогда не будет. Мы сегодня об этом договорились, что надо людям давать официальную информацию. Что происходит, какие действия делают, да, какие сложности, если они есть, что мы сегодня делаем и какая сегодня ситуация. Вот эту информацию мы будем давать каждый день. Пожалуйста, значит, я буду приезжать вот через ваших коллег, через начальника УВД. Значит, он из отпуска, его отозвали, он завтра выйдет, Щеткин Сергей Михайлович, и ее заместителя, чтобы вы просто знали и не пользовались информацией ложной, которая загоняет других регионов.